Нападение в городе Турку финская полиция квалифицировала как теракт. Вчера 18-летний выходец из Марокко с ножом атаковал прохожих прямо на улице. Двое погибли, 8 человек были ранены. Злоумышленник арестован. Накануне полиция не рассматривала нападение как теракт, но в ходе расследования выяснили, что он якобы планировал убийство не один. По этому делу задержаны еще четверо марокканцев. И еще одного объявили в международный розыск.